Конгресс США имеет право начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, если будет доказано, что он лично отдал распоряжение своему адвокату заплатить двум женщинам за их молчание о предполагаемых интимных связях. Об этом в эфире CNN заявил член юридического комитета Палаты представителей. Другой конгрессмен отметил, даже если процедура отстранения от должности не будет запущена, Трампу могут предъявить обвинение сразу же, как он перестанет быть президентом. И тогда ему будет грозить тюремный срок. Скандал вокруг возможных внебрачных связей Дональда Трампа разгорелся с новой силой в пятницу, после того, как федеральные прокуроры направили в суд Нью-Йорка пакет документов. Из них следует, что адвокат бизнесмена Майкл Коэн действительно выплатил крупные суммы фотомодели и бывшей порноактрисе в обмен на их молчание. Причем сделал это по прямому указанию своего шефа.